Таинство – это дар Христа, дар Его жертвы и воскресения. Первый дар, который Он создал церковь свою. И эта церковь получила вот эти дары, которые именуются таинствами. Сразу хочу вам сказать, таинство – это функция церкви, вы слышите? Нет таинств вне церкви. Поэтому если мы говорим, что это таинство действительно, значит, мы признаем что? Ту церковь, которая совершила это таинство. Вы слышите? Поэтому непонятно, например, звучит так, что то ли церковь, то ли не церковь. А таинство там действительно. Что это такое? Непонятно. Непонятно. Таинство – функция церкви. Нельзя просто так выйти на улицу, собралась группа какая-нибудь и совершили там что угодно. Только в церкви совершаете эти таинства. Только в ней. Только законным образом, только правильным образом, только с верою совершаемые, а не как-нибудь. Ну, это, так сказать, общее положение, которое крайне необходимо понимать и знать. И оно, это положение, почему имеет большое значение? Мы живем с вами в эпоху, которую можно назвать экуменической, точнее, теософской. Вы же понимаете, вот эта теософская точка зрения, о которой мы с вами говорили, это вполне экуменическая. Все являются церквами. Как кто? Кто все? Любая община, которая только говорит, я признаю Библию. А как ты ее понимаешь? Оказывается, все равны. А теперь уже мы поехали дальше. Уже в Фатиме там центр мировых религий уже построен. Каждая из религий, или почти каждая, имеет там свой отсек. Совершаются уже всеобщие моления, молебсы, богослужения. А вы слышите, что такое это означает? Значит, единому Богу все молятся, оказывается. И даосисты, дао, и буддисты. Нирване, да? Да нирване трудно, как от нирване молиться? И каббалисты, инцофу, да? И христиане. Вы слышите, в чем дело-то? Так единый Бог или не единый во всех религиях? Вы сама идея единого Бога, вы слышите, уже она чем является? Классическим оформлением этой теософской точки зрения. Все мы одно и то же, вы слышите? Поэтому можете не беспокоиться. Я лечу в самолете, и одна дама. Ой, я хожу всюду, куда я прилетаю, куда я хожу, да. Я вот, вы знаете, ну вот мусульмане, я и к мусульманам иду, католикам иду, православным я тоже, в синагогу тоже. Думаю, Господи, глупенькая. Ну что, она просто ничего не знает. И вот эту ерунду мелет, а вы подумайте, ерунда. А на самом деле, что присутствует, что в сознании укоренено-то? Один Бог во всех религиях, слышите? И Бог, а апостол Павел пишет, а я не хочу, чтобы вы бесам служили и поклонялись. Как бесам? Так они же их рассматривали, как богов же рассматривали, как Бога. Оказывается, нет. Есть Бог, есть бесы. Есть Бог, есть идол, есть пустота, пустышка, заблуждение, непонимание, а не Бог. Будда сказал однажды, ничего не просите у молчания. Слышите его отношение? Молчание. Молчание ничего вам не даст. Правильно. Там обращение к молчанию, но не к Богу. Сейчас, и поэтому я говорю, сейчас вопрос о таинствах – это очень серьезный вопрос. Как мы можем относиться к тому, что именуется таинством в других, тех же конфессиях?
Не смешивайте разных вещей, которые, может быть, и не очень простые. А именно какие? Вы знаете, вот пример вам, который реальный пример современной жизни. Например, если какой-нибудь католик, или лютеранин, или баптист, кто угодно, не православный, приедет в Грецию и скажет: «Я принимаю православие». Ему скажут: «Ну, давайте, вам надо принять крещение». «Так я уже в католичестве принял крещение, я католик». «Нет, вам надо принять крещение». «Мы не принимаем вашего крещения». «Пожалуйста, на фоне». «Пожалуйста, вам только, и не только на фоне, в Греции». Приезжает он в русскую церковь сейчас, хотя в ней были разные периоды. Сейчас скажем: «Нет, вам креститься не нужно вновь. Вы должны только принести исповедание православной веры, что вы принимаете именно православную веру». И его принимают, этого человека, без перекрещивания, даже более того, даже без нового рукоположения. Кстати, вы помните, может быть, из истории отношений нашей церкви с англиканством? Там был такой Ньюмен, англиканский богослов XIX века, очень крупный богослов, который, если не ошибаюсь я, обращался в Грецию, он хотел перейти. Ему сказали: «Нет, вам надо вновь креститься». И он не пошел на этот шаг и, видимо, возмутился, я не знаю уже как, но принял католичество. Кстати, впоследствии стал кардиналом. И, кстати, он, этот Ньюман, является идеологом, если хотите, идеи догматического развития церкви. Слышите? То, что в католичестве есть идеи догматического развития церкви, и что отвергается полностью православным богословием. Вот. Видите как? И проблема. Так простите, какая же церковь ошибается? Русская или греческая? И как понять? Они же единая православная церковь. Таинства католические, или тоже лютеранское крещение, например, или тоже баптистское крещение, принимаем или нет? Понимаете, вопрос-то. Если принимаем, значит, мы тогда принимаем и эту церковь, значит, она церковь, ибо таинство – функция церкви. Или не принимаем? Вы знаете, видите, какой вопрос, в чем сложность его? Одна церковь так, другая церковь эдак. Я попытаюсь вам дать ответ, который, как кажется, решает эту проблему. Нельзя смешивать двух разных вещей. Каких? Я просто напоминаю вам, я уже говорил вам, по-моему, чуть не сегодня. Одно дело – правильное совершение священнодействия таинства. Например, того же крещения. Правильное что значит? То есть по существу сохранить то самое главное, что необходимо для совершения крещения в священнодействии. Например, крещение во имя Святой Троицы, там погружение. Ну, видите, у нас перешли там окропление, там погружение. Итак, одно дело – священнодействие. Другое дело – дар благодати таинства. Никакой священнослужитель не может дать благодати другому человеку. Благодать – это дар Божий, а не человеческий. Но церковь говорит, что если человек с верою принимает таинство, то есть правильно принимает, то через это священнодействие он получает и дар благодати от Бога. Слышите, какая вещь? Если же, а я вам потом процитирую еще, буду говорить вам, если же он принимает это таинство без
надлежащего состояния души, ну, без веры и так далее, то дара благодати он не получает. Кто знает состояние человека? Мы не знаем. Вот крестит, и мы не знаем. Мы говорим, он крещен, а получил он дар благодати или нет? Мы не знаем, потому и установлено таинство, чтобы, так сказать, это священное действие уже являлось видимым знаком того, что верующий получает и дар благодати. Вот так. Почему я это говорю? Здесь кроется ответ на вопрос о том, как это возможно, что в одной церкви перекрещивают, например, а в другой нет. Какой ответ? Ответ заключается вот в чем. Одна церковь в одной церкви считается, я говорю, по местной церкви, понимаете, что священное действие, совершенное по существу правильно, можно и не повторять. Если человек этот приходит из иной конфессии в православие, кается, принимает православную веру, то даже он, принявший крещение, священное действие в католической церкви, он здесь, переходя в православие, получает и дар благодати крещения. Слышите? Поэтому можно не повторять. Напротив, например, в греческой церкви считается нет. Поскольку таинство есть функция церкви, то нужно повторить и священное действие, как еще один видимый знак того, что он действительно приобщается той благодати, которая присутствует в православной церкви. То есть, видите, в одной считается можно и не повторять, в другой считается можно повторить. Но что повторить? Не крещение, а священное действие крещения. Понятно? Вот так, если так мыслить, если считать, что таинство – только функция церкви, если мы считаем, например, что в той же католической церкви, поэтому никакого дара благодати получить невозможно, дара благодати крещения, если мы не уверены, что она церковь, так? Если мы так уверены, тогда все понятно, что священное действие хорошо верное, но здесь, переходя в православие, он получает дар благодати. Но если мы считаем, что в той же католической церкви, там лютеранской, действительно совершается таинство крещения, то есть человек получает там и дар благодати крещения, вот тогда уже возникает, ну, просто неразрешимый вопрос. Слышите? Просто неразрешимый. Как только я сказал, таинство действительно вот в какой-то инославной конфессии, я, значит, что сказал? Значит, эта конфессия есть церковь. Почему? Потому что таинство – функция церкви. И тогда все вопросы, все, тогда о каком объединении речь идет, о каком единстве или о каком, напротив, развлечении. Как? Если таинство там действительно по существу, слышите? Не священное действие по существу, а само таинство, то есть и дар благодати получает человек, тогда о чем речь? Тогда непонятно. Тогда все, мы уже, значит, едины. Вот в такой ловушке находятся те богословские воззрения, которые считают, что дар благодати подается в таинстве, допустим, крещения и в других конфессиях. Понятно? Теперь понятно, я прошу, так сказать, понять, потому что вам придется отвечать на эти вопросы. Тогда это ловушка. Если это так, дар благодати дается, следовательно, это церковь. Баптистская церковь, лютеранская церковь, в полном смысле слова, слышите? Не в экуменическом, а в полном. И тогда ловушка. А если это церковь, тогда о чем тогда речь? Да давайте вместе все и служить,
и причащаться, все что угодно. Понимаете сложность? Вот так. Но понять, еще вы поняли теперь, что если это принимать только, если понимать, что священнодействие совершено правильно, тогда да, ну хорошо, священнодействие можно в конце концов и не повторять. Можно повторять. Это же вопрос становится второстепенным. Вот так. Это, так сказать, предисловие, некоторые предисловия к нашему пониманию, к этой теме. Но хочу вам сказать, учтите, что все эти вещи нам необходимо иметь в виду, но у нас же с вами апологетика, вы не забудьте, а не догматика. Догматические положения нам нужны только в качестве той основы, на которой мы можем с вами, так сказать, строить здание и понимание. Так вот, в данном случае необходимо ответить на такой вопрос. В советское время, например, очень решительным в атеистической литературе утверждалось, что христианские таинства есть не что иное, как те же языческие мистерии. Слышите? Мистерии, которые совершались в некоторых культах. Кстати, об этих мистериях мы знаем не очень много, потому что чем они характеризовались? Таинственностью. Непосвященным нельзя рассказывать о том, что происходит там. Кстати, как вот эти сатанинские мессы. Ну, хоть это стало постепенно, просочилось, конечно, но вообще-то это скрывалось всегда, это очень скрывалось, эти сатанинские мессы, что там происходит. Только посвященные, то есть вовлеченные в эти мерзости, только знали это все. Так и мистерии языческие, да, они носили скрытый характер, тайные. Почему назывались мистериями, таинственные и тайные, никому нельзя было разглашать. Так вот, некоторые авторы, ну, тогда можно было все писать в советское время, им никто ответить не мог, их могли опубликовать любым тиражом, 100-тысячным и 200-тысячным, миллионным, никто ответить не мог, и писали такие вещи. А ситуация-то оказывается совсем другого рода. В чем очень интересная ситуация. Оказывается, знали, что эти мистерии были, что они совершались, но практически ничего о них посторонние люди не знали. И уж, конечно, о них ничего не знали. Не знали христиане, а особенно эти апостолы. Что знал Петр там, или Иоанн? Да, или прочие, которые крестили, которые возлагали руки, помните, на тех же самарян, которые приняли крещение, а Духа Святого не приняли. Что они знали? Что знали о Евхаристии, например, совершали? Что там? Они знали о каких-то мистериях? Да нет, конечно. Об этом речи даже не было. Что вы? Или тем более, что, например, у перуанцев, Перу, современные перуанцев, да, было, например, там вкушение особого хлеба, санку, вкушение хлеба. Там действительно во всех народах это было хлеб, как символ питания, жизни, вино, как символ веселья и радости. Это было во всех народах, и это ничего удивительного нет. Ну, а при чем тут Евхаристия это, с которой хотят связать, с которой эти языческие обряды и мистериальные вещи? Вот. Более того, я вам скажу, что сам факт резко отрицательного отношения христиан, вот той древности, когда были эти мистерии, к этим мистериям прямо свидетельствует, что никакой связи не было между христианскими таинствами и этими мистериями. Что вы, об этом даже речи не могло быть.
Они прямо говорили, что там происходит дьяволослужение, а не богослужение, приобщение дьяволу, а не кому-либо. Один из крупнейших историков, германских историков, он действительно это очень сильный, скрупулезный, как и немцы, вы знаете, они народ такой очень дотошный. Вы же, наверное, помните, когда было предложено написать о слонах работу. Француз написал на двух страничках, это-то и все. Англичане написали небольшую книжечку, а немец написал такое количество трудов, что можно было увести только на слоне. Никакая лошадь не подняла бы этого. Так вот, и здесь этот немецкий историк Гарнак очень-очень хорошо пишет. Это человек конца 19-го, начала 20 века. Он утверждает, что в течение первых двух веков по Рождестве Христовом, например, самый известный культ, культ Митры, митраизм, был совершенно неизвестен культурным народам Европы и Передней Азии, главное. Он писал так. «Вся область эллинизма была закрыта для культа Митры. Греция, что для нас важно, Македония, Фракия, Вифиния, Асия, Малазийские провинции, Сирия, Палестина, Египет совершенно не знали культа Митры». Слышите, это в первые два века. О каком заимствовании может идти речь? Христианские апостолы первого столетия, что они могли заимствовать? Об этом даже речь даже не идет. Вот. А напротив, влияние было. То есть, напротив, христианские таинства влияли на, если хотите, на мировоззрение, даже не мировоззрение, а обрядовую сторону, может быть, мистериальных культов. Особенно, когда христианство стало входить в силу, то многие из языческих даже пытались что-то перестроить свои обряды таким образом, чтобы привлечь людей. Но это, конечно, мало что давало. Да, ну вот известно, например, известно такое выражение одного фригийского жреца. «Et ipse Pilatus Christianus est». И сам Митра христианин, так что можете не беспокоиться. Сам Митра христианин, приходите к нам, да. Вот, да, вот такие вещи. Что еще можно бы отметить в связи с этим? Что если языческие мистерии отличались замкнутым характером, скрытым, тайным, то напротив, христианские таинства были открыты для всех христиан. Более того, есть очень интересные высказывания. Вот, например, противник Оригена Цельс, помните Оригена против Цельса? Да, Цельс сам говорит же, тем, которые желают узнать истину христианскую, достаточно прийти на женскую половину дома или в портняжную мастерскую, или в шерстобойну, и здесь получить совершенное знание. Он с издевкой говорит об этом, что, мол, что такое, у них никаких тайн нет. Они, пожалуйста, открыто, приходите, если хотите узнать. Мы проповедуем даже, говорим, призываем, а не скрываем. И действительно, так оно и было. Некоторые, правда, говорят, что вот... Понимание Евхаристии, о Евхаристии говорилось уже только людям, принявшим крещение. Но дело было совсем... Это не по причине того, что скрывали Евхаристию, а по другой совсем. Вы же помните, что творилось в первом веке, когда христиан обвиняли в чем? Что они убивают младенцев и пьют их кровь. Дикие совершенно вещи. Апологеты отвечают этому. Вы что?
Мы даже от простой крови и то воздерживаемся, а вы нам приписываете такую гнусность. Да, здесь уже понимание Евхаристии открывалось, как и все религиозные и христианские истины постепенно. Сразу все и не откроешь. Открывались они, но постепенно, а не сразу. Но тайн никаких не было. Вот об этом признается даже и сам даже вот такой противник христианства, как Цельс. Что можно еще сказать по этому вопросу? Если мистерии языческие все носили магический характер, вы слышите? Магический. Что это значит? Самое главное в них было что? Правильно совершить определенные обрядовые действия. Ибо они, эти действия и эти слова обуславливали действенность вот того, что происходило на этих мистериях. В христианстве совсем не так. Нужна форма, да, это дисциплина, но только самая суть нужна, как сегодня уже говорили. Крестить даже песком можно в пустыне, если нет воды. Даже окроплением можно, не только погружением. Более того, если вы почитаете Деяния апостола, то всюду, наверное, с некоторым недоумением встречаете слова «И крестился во имя Иисуса Христа Господа». Даже не Святой Троицы. Даже это потом стали во имя Святой Троицы. Даже всюду это мы видим. То есть для христиан форма – это является нечто вторичным. Это нужный элемент? Да, но он вторичный. А главное что? Говоря о таинствах, христианство все время говорит, что не поможет тебе правильная форма, если ты не имеешь надлежащей веры и надлежащего устроения. Все правильно совершат, а ты останешься некрещенным, непричащенным. И не только не, а даже хуже. Как пишет об этом апостол Павел. В христианских таинствах, оказывается, самое главное не просто в совершении формы. Не форма дает благодать, не форма и слова соединяют с Богом. Нет, а твое состояние. Иоанн Златоуст вот так пишет, например. «Дары Божии не таковые, чтобы они зависели от священнической добродетели. Все происходит от благодати. Дело священника – только отверзать уста, а все совершает Бог. Священник же исполняет только видимые действия. Священник, совершающий крещение и приносящий бескровную жертву, руками своими участвует в этом деле, а освящает и силу сообщает его действиям Святой Дух». Видите, кто совершает таинство? Не священник, а Святой Дух. Священник является орудием, и дай Бог, чтобы он был соучастником этого действия Божия, а не пустой фигурой, когда совершает чисто, формально то или иное священное действие. Вот поэтому христианские таинства могут быть действенными. Но действенны как? Или во спасение, или в осуждение. А могут быть даже и бездейственными. Когда во спасение или в осуждение, я думаю, всем понятно, что это такое. Во спасение или в осуждение. Это всем понятно, когда таинству человек подходит надлежащим образом, во спасение и напротив. И напротив, когда пишет апостол Павел, то многие из вас болеют и умирают. Вот, оказывается, даже как. Все правильно совершено,
А человек, оказывается, не приобщился к Богу, а напротив, на земле ты приобщился, говорит Серафим Саровский, а на небе остался неприобщенным. Но могут быть таинства и бездейственными для человека. Для человека, я говорю, не смешивайте эти вещи. Бездейственными. Когда? Ну, я же вам говорил, когда. Вы же должны запомнить. Наконец-то я своего дурака причастила. Дурак согласился, ладно, пол-литра поставишь, пойду в церковь. Не поставишь, не пойду. Наконец-то затащила его. Подошел он к священнику, чего-то сказал. Переминаясь ноги на ноги, отстоял литургии. Подошел ам. Да, и ушел. Давай, дура баба, пол-литра, где у тебя там спрятано? То есть сколько угодно, которые люди, ничего не понимая, без противления, но и без согласия, подходит так примерно, как, знаете, крошка святых даров упала с престола, никто не заметил. Мышка пробежала и съела. И что это значит? Так и человек может оказаться в положении этой мышки. И это еще я вам скажу, самое такое, ну, минимальное, что для человека, утрата, потери, когда бездейственно, дай Бог, чтобы не было действенно только в осуждении. Вот так. Видите, оказывается, таинство, в отличие от мистерии, какой носит характер. Оказывается, вот эта объективная сторона совершения таинства, она совсем еще не гарантирует, как в мистериях, приобщение тому, ради чего совершается. Нет. В данном случае важнейшим является именно состояние человека, устроение человека. Но, конечно, вы прекрасно понимаете, поскольку таинство – это функции церкви, следовательно, его должен совершать и законно поставленный на это священнослужитель. Это, так сказать, само собой разумеется. Но вот в этом вот, особенно, друзья мои, что является чрезвычайно важным не только для нашего времени, а уже, увы, давным-давно это происходит. Да, собственно, с первого века, когда начинают на таинство смотреть, как на магическое средство. Главное – крестить, главное – причастить, то есть совершить над ними это. А в каком состоянии? Это уже оказывается второстепенным. Особенно с крещением. Сколько крещений совершается, Боже мой, без всякой веры или полуверы. Посмотрите, еще раз повторяю, у нас Россия, да, наверное, вся крещенная. Сколько крещенных людей, а сколько верующих, а сколько в храме бывает, сколько подходит затем к причастию. Вот вам приняли, называется, таинство крещения, или крестили их. И что? Не мечите бисера перед свиньями, чтобы они, обратившись, не растерзали вас. Эту драгоценность нельзя бросать куда угодно, в грязь. Кто веру имеет и крестится, вот оказывается, а не просто так. Почва должна быть подготовлена, если вы хотите получить урожай. Подготовьте ее, эту почву. Туда всевайте это драгоценное семя. И потом поливайте, удобряйте. А не просто так. К сожалению, еще раз повторяю, многие, даже не понимая, что такое магия и прочее, смотрят на таинство только чисто внешним подходом. Главное – совершить, главное – крестить, главное – причастить. А что из этого будет, не хотят думать даже. Вот что беда. Забыли святоотеческое учение о том, что Бог не может, слышите страшные слова, не может
спасти человека без воли самого человека. А эта воля в чем проявляется? В вере, в искренней вере. Нет, ну что вы. Вот и из-за этого, кстати, я вам скажу, из-за формального подхода к таинствам церковь очень и очень слабеет. Потому что огромное число людей входит в нее, да, совершенно не будучи христианами. Представьте себе, если в армии начнут служить калеки, слепые, глухие, что это будет интересно? Посадите в самолет слепого человека и так далее. Как древние церкви мы забыли совсем. Он Кирилл Иерусалимский, вы почитайте, сколько огласительных слов, сколько продолжалось это научение церкви. Годы даже продолжалось, прежде чем человек допускался к крещению. Что вы? Это же таинство нового рождения. Все забыли. Все забыли. И для многих крещение стало формой. Вот так. Ну, если хотите, число таинств в церкви. Скажу вам простую одну вещь. Да, одну простую. И очень, кстати, для вас. Может быть, вы, я не знаю, можете, проходили, то я не буду тогда тратить даже время на это. О числе таинств проходили это? Ну, вот видите, молчите, не помните, не знаете. Не хотите открывать тайну. Вы все, значит, в каких-то мистериальных культах состоите. Да, непосвященным не открываете. Понятно, да. Но скажу вам так. Например, Дионисий Ареопагит в своей книге о церковной иерархии выделяет 6 таинств. Выделяет, вот, но говорит о множестве таинств. Фёдор Студит в IX веке поднимает тот же вопрос. Тот же. Он повторяет схему святого Дионисия. Кстати, Дионисий как говорит о 6 таинствах? Просвещение. Кстати, у него одно – крещение и миропомазание. Таинство просвещения. Таинство собрания или приобщения, Евхаристия. Третье – таинство освящения мира. Представляете? Интересно как. Вот освящение мира – таинство или нет? Он говорит, освящение мира – для употребления его в других священных действиях. Таинство посвящения в сан, таинство монашества, таинство над усопшими. Слышите, какие называют таинства? Правда интересно? А Фёдор Студит, собственно, повторяет то же самое, говорит тоже о 6, перечисляет их также, но замечает, что опасно отвергать что-либо из божественного предания, и отвержение монашества как таинства может повести за собой к отвержению и других 5 таинств. Кстати, монашество очень часто повторяется, как именно как таинство. Потом оно исчезло, но по какой причине, я еще вам скажу. Формула, к которой мы привыкли, 7 таинств, 7 таинств, появляется только в XII веке на Латинском Западе. Слышите? Вот. И первым, кто это сделал, это некий епископ Аттон, да. Потом еще другой, но это в XII веке. Да. Вот. Ну, а полностью уже эту схему, так сказать, ну, своего рода авторизировал, ну, придал авторитет, лучше сказать, Петр Ломбард, известный богослов. Вот. На греческом же Востоке учение о 7 таинствах впервые встречается только в XIII веке, впервые в XIII веке, в так называемом исповедании веры императора Михаила Палеолога. Но этот документ был написан, и это говорят и наши греческие исследователи, и латинские. Этот документ был написан католиками,
поскольку он был написан с целью совершить эту Лионскую унию. Перед ней был написан он. Поэтому здесь уже прям используется вовсю католическое схоластическое учение. Вот так. Можно сказать, может быть, следующее, чтобы о семи таинствах говорит, например, византийский монах Иов, семь таинств, но он интересный. У него число семь, но шестым таинством названо монашество, а покаяние объединяется с еле освящением или соборованием. Видите? Так, в XV веке святой Симеон Солунский, кстати, первым из святых отцов, прямо говорит, что таинств церкви семь. Слышите? 15 век. И перечисляет их по порядку, но, правда, настаивает на монашестве как таинстве и ставит его рядом с таинством покаяния. Вот так. Вот так, друзья мои. Ну, только к началу XVII века схема семи таинств становится в греческой церкви общепринятой. К началу XVII века. В XVII веке это учение вошло в исповедание православной веры. Вот. В XIX веке учение о семи таинствах стало общим местом в русских догматических системах. Слышите, когда? В XIX веке. Но все время мы видим одну и ту же мысль, о которой пишет очень хорошо святой Иустин Попович, сербский святой. Скончался он в 1979 году в Сербии. Он эту мысль проводит: в церкви нет пустых обрядов. И если она совершает какое-то священнодействие, то с верой в то, что с этим священнодействием сопряжен и определенный дар благодати Божией. Нет пустых обрядов. Освящение мира. Как это можно сказать, что мир не освящено? Освящение воды. Воды. Ну-ка, вы скажите кому-нибудь, что благодати нет в святой воде. Вас тут же сожгут и правильно сделают. То есть нет, ну, насчет правильно, это слишком резко, да, помягче что-нибудь. Что, вода не святая? Да и вообще, ну что вы? А зачем тогда освящать дом? Зачем колодец? Зачем поле? Если мы не верим, что там таинственно подается и дар благодати. Как же? Конечно, подается. То есть в церкви нет никакого строгого числа таинств, но некоторые таинства выделяются в качестве главнейших. В качестве главнейших. Вот. И вот их-то и, так сказать, ну и начали по их числу, по этим главнейшим, и начали, так сказать, ну что ли, говорить о семи таинствах, но под действием чего, опять я говорю, вот этого западного богословия, где любят все схоластизировать, все привести в какие-то узкие рамки, все разложить по полочкам. А жизнь-то трудно разложить по полочкам. Она не вмещается ни в какие рамки. Вот ведь какое дело. И поэтому еще раз говорю, что таинств, конечно, не семь, но есть семь главнейших. Все в церкви сопряжено с даром благодати. Все, все пронизано этой благодатью. Любое священнодействие. Но действие этой благодати на человека обусловлено степенью его веры, его духовного устроения. Можно осветить дом, квартиру, и останется неосвященной.
Уж если причаститься можно и остаться непричащенным, то уж тем более эти вещи. Нет веры, нет, никакие слова, никакие действия не могут заставить Духа Святого сойти на это место, вот, или на этого человека. Это надо понять. И этим христианские таинства, еще раз подчеркиваю, отличаются от всех языческих мистерий, от этой магии. Магии. Таинство не колдовство и не магия, а действие Духа Святого. Но это действие обусловлено состоянием человека. Не может Дух Святой насильно действовать на человека.